Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Прикинули начерно, дежурный сегодня выезжает на вахту примерно 8500 раз. Дело в том, что именно сегодня у нашей рубрики «День рождения» первый раз дежурный вышел в эфир 12 февраля 2002 года. Память наших архивов хранит все, в том числе тот самый первый выезд. По крайней мере, маленький его кусочек. Выглядело так. С погодой нам сегодня не очень повезло, надеемся, повезет с событиями. С минуты на минуту мы отправимся в путешествие по улицам Перми, где и узнаем, чем сегодня живет и дышит родной город. В Пермском колледже транспорта и сервиса открылась очень интересная выставка, вернее, даже сразу две. Сначала здесь появились фотографии Татьяны Батуевой «Прошлое Перми». Ну а дальше здесь появились экспонаты из старой нашей жизни. Те вещи, которые нынешняя молодежь разве что только по телевизору и видала. Получилось здорово. Любуйтесь. Изюминка этой выставки заключается в том, что все экспонаты нашей выставки собраны сотрудниками и преподавателями нашего колледжа. И вот, в частности, я держу в руках подлинное приглашение на свадьбу 1909 года, которое чудом сохранилось в семье одного из наших преподавателей. И поэтому мы можем наших ребят и сотрудников познакомить с удивительными и уникальными экспонатами, которые представлены на нашей выставке. Был такой старый анекдот. Он заканчивался словами «Ложечки, да, нашлись, а вот осадочек-то остался». Именно с таким настроением мы находимся сейчас рядом с домом номер 3 по улице Ивдельская. Да, сегодня здесь никаких претензий, прочистили дворовой проезд и все хорошо. Но буквально позавчера одной из немолодых жительниц этого дома стало плохо. Приехала скорая и увязла в снегу. Ее вытаскивали второй скорой УАЗиком. Вот у нас есть фотографии, которые прислали нам огорченные и возмущенные жители этой старенькой маленькой двухэтажки. Неужели должно было случиться несчастье для того, чтобы потом прийти и почистить двор? В общем, да, двор почищен. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автора самого интересного сообщения ждет подарок. Сертификат на консультацию ведущего ортопеда-травматолога в санатории «Родник». Клинический санаторий «Родник» – это многофункциональная база с международным опытом работы, победитель конкурса «Клиника года» в номинации «Здоровье позвоночника и суставов» и «Услуги в области неврологии». Игорь Гиндис и Михаил Осетров на этом заканчивают свою сегодняшнюю трудовую вахту. Встречайте завтра Анну Водоватову. И, конечно же, не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете. Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. А на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока.